Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я Жанна, и в сегодняшнем видео я хочу вам немножко показать свой аутфит, то есть то, в чем я буду ходить по Лиссабону, да, по Португалии, осматривать достопримечательности, ну все такое. Надеюсь, это видео будет в помощь тем, кто собирается в Европу, да, где-то в Центральную Европу, Южную Европу, ну, в конце зимы, сейчас у нас конец февраля, начало весны, и не знает, что же одеть, да, то есть это вечная проблема. В чем же мне ехать, что мне одеть, что мне взять. Но сама я по себе мерзля, да, мне все время холодно, но вот я лично выбираю эту куртку, то есть эта куртка всегда со мной, да, в это время года. Обязательно с капюшоном, то есть я люблю капюшон. Почему? Потому что в это время года, да, конец зимы, опять же, повторюсь, начало весны, в Европе обычно идут дожди, какие-то осадки, также ветер, очень холодный ветерок бывает не особо приятный. Также, чтобы не заболеть, вот я, например, одеваю на шею всегда какой-то палантин или шарфик. Так, значит, дальше. Чтобы было удобно, да, ходить по мостовым, да, не только Лиссабону, но и вообще долго, когда ходишь, очень важно, чтобы было тебе удобно. Я выбираю джинсы, то есть я всегда, практически всегда хожу в джинсах. И вот сейчас, в данный момент, у меня на ногах вот я выбираю ботинки. Вот, не знаю, видно или нет, как полуботиночки, да, то есть на таком невысоком каблучке, чтобы ноги не уставали, потому что ходить придется очень долго, осматривать все достопримечательности. Это занимает длительное время. Ну, также перчатки, да, то есть, чтобы не обветрились ручки, потому что, опять же, ветерок, еще прохладненько. Вот, наверное, и все. Вот в таком виде, в принципе, сейчас где-то градусов, наверное, где-то 15, может быть, где-то 13 градусов. В принципе, если кому удобно, то могут ходить, одеть можно уже и кроссовки. Уже, в принципе, не так холодно, но, тем не менее, все-таки дождики очень часто здесь идут. И вот я иду сегодня в ботиночках, потому что вчера прошел такой хороший дождь здесь, в Лиссабоне. Ну вот, наверное, и все. Спасибо за ваше внимание и до скорых встреч. Пока!